Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Евгений, и я менеджер агентства недвижимости «Алегрия» в Торревехе. И сегодня я вам хочу показать квартиру под инвестицию. Она находится в центре, расположена на втором этаже, здание без лифта. Там есть одна спальня, широкий балкон, открытый вид и, что самое главное, туристическая лицензия. Цена составляет 68 900 евро. И если вы останетесь с нами до конца ролика, то я вам расскажу, сколько с нее можно заработать в высокий и в низкий сезон. А теперь ставим лайк, подписываемся на канал и идем смотреть квартиру. Так, вот мы и в квартире. При входе у нас есть небольшие вешалки, небольшая тумбочка и телефон, чтобы открывать дверь снизу нашим гостям. По правую руку у нас балкон, который я вам покажу чуть-чуть попозже. И сразу перейду в зал. Здесь у нас обеденная зона, стол, стулья, здесь диван и напротив стоит мебель с телевизором. Теперь давайте посмотрим на спальню. Это у нас спальня. Она небольшая, но тем не менее сюда поместилась огромная кровать. Здесь есть встроенный шкаф, телевизор на стенке и окно, которое выходит наружу с видом на бассейн. Ванна у нас полностью экипированная. Также есть туалет, биде, раковина и окно, которое также выходит на улицу. А теперь посмотрим кухню. Это американская кухня с окошком и барной стойкой. И также она полностью оборудована. Здесь есть холодильник, водонагреватель, стиральная машина, духовка, плита и вообще кухня в отличном состоянии. Все дверки открываются и ничего не скрипит. Теперь давайте посмотрим на балкон. Как вы видите, у него открытый вид. Площадь его составляет 9 квадратных метров. Здесь также есть кладовка для личных вещей. И прекрасно помещается обеденный стол, барбекю. И также вы можете воспользоваться навесом, если вам сильно будет мешать солнце. Теперь давайте я немножко расскажу про инфраструктуру. Так как квартира находится практически в центре, то здесь у нас все под рукой. За теми белыми зданиями у нас есть школа. Примерно в 1000 метров отсюда полностью по прямой мы выходим на море. И также буквально в 200 метрах у нас есть самый большой супермаркет в Торревехе Меркадона, автобусная станция, банки, магазины, аптеки. Все здесь рядом. Также, как я вам обещал в начале, я вам расскажу, сколько с этой квартиры можно заработать. Пообщавшись с хозяйкой, она мне рассказала, что в высокий сезон, который начинается в начале мая и заканчивается в конце сентября, цена за сутки составляла 60 евро, и квартира практически не пустовала. А в низкий сезон, с ноября по апрель, занимаемость была примерно 50 на 50, и цена за сутки была 40 евро. Также хозяйка вам продает квартиру вместе с ее постоянными клиентами, так как они выходят на связь напрямую с уборщицей. Если вы продолжите с ней сотрудничать, то у вас также будут и клиенты. Ну а теперь, что касается расходов. Ежегодный налог, который называется ИБИ, составляет 170 евро в год. А коммунидат, это уборка бассейна, содержание подъезда, 75 евро каждые 3 месяца. Теперь сделаем краткое описание квартиры, которую мы только что посмотрели. Она находится на втором этаже, это здание без лифта, есть одна спальня, в итоге 36 квадратных метров построенных, открытый вид и шикарный балкон за 68 900 евро. А теперь, если вам понравилось видео, поставьте лайк, если нравится наш канал, ставим на колокольчик и подписываемся. И если понравилась квартира, то связываемся со мной, я вам расскажу детали, отвечу на ваши вопросы, ну, соответственно, покажу. Ну, а теперь на сегодня все. Спасибо, что были с нами, и до новых встреч!